Винсент Ван Гог, как известно, очень дружил со своим братом, который помогал ему. Винсент Ван Гог — это один из самых популярных художников мира и самых несчастных. За всю жизнь он продал только одну картину, и то стараниями своего брата, который вообще жил тем, что продавал картины художников. Но вот у них потрясающая переписка, где Винсент очень много пишет. Ну, как бы Винсент, почему, он даже известен не потому, что он написал такие замечательные картины, изменил вообще все представление о живописи того времени. Просто знает, что он отрезал их себе. Хоть этим он как бы уже известен. У него очень пронзительные, очень потрясающие письма брату. И в них очень много о поисках человека, который пытается найти что-то идеальное в творчество, в свою какую-то историю, и не может. Не может, даже если он убирает из своей жизни все человеческое, оставляет искусство, творчество, все равно это недостижимо. Que j'imagine, ce n'est pas vrai, je me souviens. Говорят, я выдумываю, это неправда. Я вспоминаю. Винсент Ван Гог. Он помнил, как хлопнули двери, осыпались звуки, в мире осталась одна тишина. Он вышел на берег, он видел волну. Море, но больше не слышал, как дышит волна. Он помнил еще, как смыкались, карабкались тени по склонам дождя, и как жадно бежали они от дождя, как жадно они целовались, и женщина пела ему огня, разметав свои влажные волосы цвета янтарного камня и красного солнца. Он помнил все это, и только вот голос, голоса больше не помнит, такого знакомого голоса больше не помнил. Спускался на каменный берег, туда, где они были вместе не раз. Он верил, что море по-прежнему с ним заодно, и оно-то его никогда не предаст. Он верил, что стоит лишь только покрепче зажмурить глаза и задумать желание, пока набегает вторая, седьмая, восьмая, насколько дыхания хватит волна. И тогда отыщутся звуки, скрипнет песок за спиной, он узнает шаги. Он почувствует руки ее на плечах и уже не отпустит ее. Никуда, никогда не отпустит ее. Никогда. В доме все так же ждала тишина. И море уже волновалось напрасно, напрасно уже набегало на камни волна. И он привыкал обходиться без прожитых звуков, без слуха, без шорохов, шепотов сонных, непрошенных призраков, окликов прошлых, да что там, да просто без прошлого время его то ползло, то срывалось из кожи, он к пыльным холстам и холодным треножникам. Так умирал человек, и рождался художник в нем. Так умирал человек, и рождался художником.
пытались сейчас сообразить, что...